Очищение нашего дома, очищение для ленивых. Тема сегодняшнего нашего видео. Привет, я Дарья Поздняк. Я расскажу, почему именно конусы я выбрала для себя как очищение для ленивых. Смотрите, когда мы делаем очищение пятью элементами, про них будет отдельное видео, нам там нужно обойти несколько кругов по квартире, с огнем, потом с водой, еще чем-то. Это как бы занимает время. Если я делаю очищение конусами, то мне нужно просто зажечь конус в одном месте или в двух местах, если площадь большая. Он начнет тлеть, я могу заниматься своими делами. Когда он закончил, я либо проветриваю помещение, либо я, если это был конус на очищение, я потом могу после него поставить конус на наполнение. Это еще минут 10-15, а потом просто проветрить, открыть все окна и проветрить. Вы скажете, почему конусы, если 5 элементов, там у нас 5 великих элементов, а тут всего какая-то штучка, которую мы поджигаем, типа это слабо, это не работает. У меня есть аргументы. Во-первых, она по форме, сакральной форме в виде пирамидки. Это раз. Два. Она из натуральных трав, которой каждая имеет свое свойство очищения. Все травы вместе это многократно усиливают. И в-третьих, человек, который делает эти конусы, про которые конкретно я вам рассказываю, не просто человек, который лепит, меня можно посадить и обучить меня сказать, вот это лепи вот с этим, вот так. Но это будет другой вариант. Этот человек очень мощный, не знаю, как точно это назвать, энергопрактик, что ли, можно сказать, шаман. Вот, и она закладывает энергию в каждый конус, в этот состав, из которого она делает. То есть на каждом этапе работы она закладывает туда энергию. Никогда она не работает в плохом состоянии, только, блин, мурашки пошли, я прям почувствовала, как она это делает. Обалдеть, пошли мурашки и слезы. Значит, я вам точно истину глаголю, вы меня уже знаете. Вот, ссылочку на конусы будет обязательно под видео, а я сейчас вам подробно покажу, как они выглядят. Так, давайте конусы посмотрим. Смотрите, они маленькие. Очень удобно, что я не очень понимаю вот эту тему, когда большой конус, что его нужно поставить, он там 15-20 минут тлеет, вы в это время ничего особо делать не можете, потому что вы не можете оставить его без присмотра, вы все равно не можете взять и уйти. То есть вам все равно надо приглядывать за ним. Поэтому мне понравились больше вот эти маленькие, потому что я ставлю два в разных зонах. Это мне удобнее, чем один, который делает вроде бы середину, а в края как бы не дотягивает. То есть эффект окуривания получается частичный. Чтобы конус прогорал хорошо, ну, я использую вообще вот такую штучку. Вообще это может быть любая, хоть керамическая, хоть металлическая. Вообще можно ничего не использовать. У меня просто для красоты так получается. Я ставлю вот такую штучку, потом я кладу кусочек пало-санта или какого-то другого дерева над этим. Сейчас мы думаем, что можно еще использовать. Вот, у меня просто есть вот эти пало-санта, которые я использую для окуривания. То есть вот этот край у меня, видите, сгорел, потому что я его поджигаю, тушу, и когда дым, я иду этим окуриваю. А сюда вот я ставлю конусы, и поэтому он, видите, прогорает. Что это дает? Когда мы подкладываем деревяшечку, конус прогорает до конца. Вот у меня еще одна такая же. Конус прогорает до конца. То есть я ставлю вот так, протлевает, тлеет он, на самом же деле не горит. Я его зажигаю. И в конце, если я поставлю просто на какую-то керамическую или на металл, то у меня останется попка у конуса вот здесь, недотлевшая. Она будет очень маленькая, тоненькая, ее сложно будет поджечь саму по себе, чтобы она дотлела. То есть у вас какие-то все время остатки остаются. Если же я ставлю вот так на дерево, то дерево немножечко, видите, прогорает. Вот, видите, вот эта вот выемка, ложбиночка. Или вот здесь. Но при этом оно не может загореться, но вы все равно используете технику безопасности. Я обычно делаю, я беру противень, под него кладу прихватку, если он вдруг разогреется на случай форс-мажорной ситуации. Вот, и на этот противень уже что-то ставлю, то есть можно вот так просто сверху конус, вот, а я ставлю вот штучку, люблю ее очень.
Я сама эти классные конусы уже опробовала. Также они продолжают дорабатываться, то есть каждая новая партия еще круче предыдущей. И новые образцы ко мне постоянно приезжают. Мне очень нравится эффект. А с вами была Дарья Поздняк, и до новых встреч!